Ну что, ребятки, Стояновка, кого будете благодарить? Будем благодарить туристическую компанию «Клиар» в лице Светланы Георгиевой. Еще давай. Светлану фабрикант и вот маленькую девочку Евочку, она всей стране помогает молдавской. Да, и компанию «Древода» во главе Петра Турлакова. Ребят, удачи! Лигу смеха делает квартал. Мы выступаем в Лиге смеха, значит, мы тоже квартал. Итак, студия 95-й квартал представляет... Глава первая. Наш рассказ о том, как в Стояновке доллары появились. А где здесь 100 долларов можно поменять? Нифига себе начало книжки. Глава вторая. О тех, кто никогда доллары не видел. На сцене... Подожди, пусть привыкну. И вот наш рассказ. Весна, тепло, почки распускаются, и где-то уже слышно... Да, карпы выглядывают из речки, чтобы посмотреть на наше выступление. Потому что... На сцене Стояновка! Правильно, молодец, роддом холестерина. Смотрите, какой нарядный. Прям туфли из Польши, штаны из Чехословакии, свитер из немецкой овчарки. Как ее звали? Найда? Найда? Нет, не Найда. Рекс. Рекс. Не, не Рекс. Граф. Граф, да. Да, да, граф. Вот точно. Да я больше не могу в этом выступать. Извините, Ваня на самом деле просто перешел на летний свитер. Да-да, потому что стояновские парни самые сексуальные. Помните, в Советском Союзе не было секса? Так вот, его в Стояновке прятали. А вообще Стояновка — культурное село. У нас недавно даже матерные слова запретили. Да, вместо имен детям давать. Кстати, знакомьтесь, это у нас... Слушай, Иванович, может, объявишь песню? А следующую песню нам сочинили стояновские ученые. Чтобы вы понимали, нет никаких ученых в Стояновке. Мы их специально ради смеха придумали. Ну, это как у вас вот эти зубастые пираты по бокам. В общем, песня. Ваня, давай, спина к спине. Где детей крестят в вине? Вещи стирают в реке, мужиков запрягают в узде, а сами всегда на коне. А туристов нету отбоя, фотографируют фотообои, где носят друзей на спине. В селе, в селе, в селе. Ничего себе, 5 раз отжался. Что, подтянуться не мог, что ли? Знаете, нам трудно долго обманывать зрителя, поэтому... Ребята, что это такое здесь лежит? А может, это Wi-Fi? А что, у нас в Стояновке никогда не было Wi-Fi? Может, он такой? А может, это бойлер? А может, это гей-парад? А может, не будем перечислять всего, чего в Стояновке не видели? Что, серьезно, что ли, в 21 веке не видели в Стояновке бойлер? Конечно, видели. Ваня, ты что делаешь? Спокойно, я блефую. Я один раз из бойлера даже стрелял. Ничего удивительного. Я тоже из бойлера стрелял, и чё? Согласись, прям такая отдача. Какая отдача? А-а-а, не стрелял из бойлера. Не тычь меня пальцем. Я вообще в Стояновку приехал, 100 долларов хотел поменять. Где у вас в Стояновке? К вам так никогда Орел и Решка не приедет.
Это наш начинающий лигосмешник Олежка. А что это у тебя? Лук в колготках. Лук в колготках. А что, ты раньше не стрелял? Раньше в них женщина была. Это получается сейчас где-то женщина без колготок. Ты что делаешь? Да все уже, чё? Да оставь ты это, придурок что ли? А чё? Как говорит мой отец, иди отсюда, я не твой отец. Игорь, вставай, там дальше твои слова. Я на вашей команде больше не встану. Ну, Игорь, ну пожалуйста, ну ты же самый классный актер. Хорошо поёшь. Поёшь хорошо. Тренер-чемпион. Давай, поможешь нам в следующем номере, пожалуйста. Ладно. Как говорил мой дедушка моей бабушке, когда ей было плохо, хорошо. Ну ты же хотел поменять $100, поэтому глава третья, стояновский обменник. Шуй. $100 поменяете? Сейчас, минуточку. Чё там с деньгами? Блин, надо было сразу понять, это же картон, ёлки-палки. Да чтоб у тебя этот обменник даже в макулатуру не приняли. Подержи. Дай. Вот, твои $100 разменял. А скажите, пожалуйста, что я могу в Стояновке на вот эти деньги купить? Ну, в Стояновке на эти деньги можно купить $70. Давайте. Минутку. Ага. Прошел час. Да не может быть, блин! Как так-то, а? Черт! Надо было на сотки соскакивать, ё-моё. Здравствуйте. Поменяйте, пожалуйста, $100. Конечно. Беги, подержу. Вот твои $70. Тико мне дашь $70, а да, 100, ко прайше. За ко кряскаешь, где он дали $100, все эти $70, где он взял шар, аз не знам. Да как из вашей Стояновки выбежать? Вот, ай год, по той, вот да, он. Да, той туй, аз говоря, той туй, ай. да. Ту той, сторону, да? Да, ай гоме. Ай год. Знаете, вообще в Лиге Смеха мы выступаем в удовольствие, не на корову уже играем. А жаль. Что жаль? Нас покажут на 1+1. Эй, тебе 1+1 молоко дает? Тебе 1+1 теленка рожал? Слушай, если мы пройдем дальше, обещаю, я телевизор из бабушкиной комнаты тебе подарю. Все равно смотреть некому. И знаете, в честь нашего первого выступления, Игорь, мы хотим, чтобы ты попробовал наше вино домашнее. Не-не-не, ребят, спасибо, я не пью. Спасибо. Да ладно, попробуй, очень вкусно, серьезно. Попробуй, у нас его даже дети пьют за гаражами. Пробуй, очень вкусно. Давай. А? Действительно вкусное. А как вы его делаете? Ногами. Чистыми хоть? Да.
Как Челентано, что ли? Не-не, смотри, как Молдавана. Двор молдавский полон бочек, бочек вина. Ла-ла-ла. Дома тоже и на стройке пьет вся страна. Все вместе, но Молдову прославляет не только вино. Есть в Молдове у нас много чего, кроме вина. Луна! Черноземный виноград. Игорь Ласточкин. Стояновка, Молдова и Игорь Ласточкин.